Bugün büyük gün. Kimmiş bu büyük ortak? Öğreneceğim. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağız. Ve ben ne dersem onu yapacaksın. Yani tüm kararları sen mi vereceksin artık? Evet, ben vereceğim. Çünkü sana bir şey olamaz Dilan. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Мы начинаем наш анализ с пожеланий вам, чтобы год был настолько хорошим, что вы забудете все пережитые плохие события. Какая подсказка приведет барана к Дживахиру? Что-то меняется для Сабихи. Какова последняя ситуация в отношениях Гуля и Ферата? Мы рассчитываем на 1000 лайков, чтобы поддержать наш сериал и наших актеров. Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы баран Дживахир разрушил все его планы и узнал, что он настоящий враг и что Хасан работает на него, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Дживахир очень разозлился, потому что его план провалился. В любом случае он оштрафует барана. Если бы не брат, он или его любимая жена. Ему плевать, его за это оштрафовали. Его отец не сказал сын и обжег руку кислотой. Дживахир, разгневанный на барана за пережитую им боль, теперь, похоже, отстранился. Он заставит Дживахира барана увидеть в своем отце врага. Так что его отец заплатит за то, что он сделал. Более того, баран, нарушивший его планы, будет наказан. Однако его планы снова будут нарушены из-за госпожи Сабихи. Госпожа Сабиха бросается под прицел и спасает нашу любимую пару. Даже если он будет ранен, это не будет большой раной. Пока все занимаются расстрелом Сабихи Ханем, Дживахир и Шаир сбегут. Но когда он уйдет, он оставит небольшой след, шахматную фигуру. Госпожа Сабиха проявила свою добрую волю. Наложенное наказание теперь будет отменено. И Дилану, и Сабихи Ханем все будет проще. Они пройдут немного дальше по пути становления матерью и дочерью. Гуль же с нетерпением ждал Ферата. Как только Ферат возвращается в особняк, он обнимает женщину, которую любит, и говорит ей, что с ним все в порядке. Однако они не знают, что госпожа Азади видела эту сцену. Кровавые цветы, вероятно, продолжат эту тему на этой неделе. С другой стороны, Дилан и Баран, вернувшиеся в особняк, выглядят очень счастливыми. Мы позаботились о том, чтобы все прошло хорошо. Его хорошее чувство юмора принесет с собой ваши любимые сцены из нашего сериала. Берон осознает, что опасность велика. По этой причине он говорит Дилану больше не нарушать своего обещания. Однако наша дочь Дилан не имеет обыкновения сдерживать свои обещания. Его возражение заканчивается, когда Берон заставляет его замолчать. Все на одной стороне, баран не отпустит настоящего врага. Берон, который рассматривает шахматную фигуру как доказательство, продолжит преследовать этого врага. Для Хасана дела осложнятся. Теперь подсказки помогут ему появиться. Хасан знает об этом. Он планирует как можно скорее сбежать за границу. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.